Поставь лайк с 3 секунды, если тебе нравится смотреть, когда кто-то бомбит. Я даже разогнаться не могу, мне стало. Сейчас я буду 9-м ехать, ребята, вообще. Я 4-й. Офигеть, вы отвидели? Офигеть, вот это красиво было. 3-й. Йоу, братишки и девчонки, с вами, как всегда, мистер Жаба, Тринис, Лайк Маст и, конечно же, Сергей РЗ. У нас сегодня гоночки в GTA 5 онлайн. Да, ребята, всем-всем-всем приветики. Йоу, ребята, всем здорово. Да, гоночки крутые, продолжаем играть в онлайн. Я сразу Ой-ой-ой, Тринис сразу же 1-й, я 2-й. Я 3-й. Я 9-й сейчас. О, восьмерку, а вот, кстати, а мы снизу. Ну, гоночки непростые, каскадерские. Ой, опять с анимациями, класс. Ребята. О! Ох, а что это за слово? Что это такое? Я 3-й, блин, был уже 1-й, он только что слава. Я уже 5-й, блин. Я 2-й, ребята. Я 6-й. Слава, я же тобой. Я еще 1-й встану. Давай, на 1-й, пожалуйста. Да. Давай же. Миша, осторожней. 5-й уже нормально. Что осторожней? Они обгоняют. А в смысле как? О, Серега. Привет. Да что ты делаешь? Время обогнали. Ну слава. Ну извини, ладно, я больше не буду. Ну я ничем, я вообще-то подрезали, алло. Я 8-й, спасибо тебе большое. Ну извини, я больше. Серьезно? Я Серегу подрезал. Блин. Он дебил. Это, короче, от чувака, который понял. Помнишь, мы вчера проходили, Миша? Это от этого челика, из этого видишь, что-то анимации включаются. Да что такое? Так, я 7-й еду, 7-й еду. Ох ты, слава богу, я тебя уже догнал. О, блин! Я 2-й! 3-й! 4-й! Нужен! Что, в смысле, 7-й? Проезжай, давай, блин! Мы я еще каким-то образом 5-й, пока нормально. Пока еще что-то делаете, а, я все, обогнали, уже давным-давно всех обогнал. Да меня тут уже эти хрени застопили. А ты там вообще лох, походу. Да иди ты нафиг. Я 6-й, еду, держусь! Самое главное не последним, самое главное быть не последним. Так, где чекпоинт? 5-й. Вот здесь? 6-й. Это я 5-й. Я 9-й, йо. Меня там штука одна за трубе застопила очень сильно. А чё так затормозил? Да, из-за камеры очень сложно. Ой, я Колю вижу. Вот так вот, всё. Эй, труба, 5-й еду, 6-й. О, по водичке, ребята, здесь по водичке надо. Нифига себе, меня перевернуло. Где уже, какая водичка? У меня только труба. Давай, переворачивайся. 7-й. О, да, 8-й, зашибись просто. О, привет. А что ты твои дни творишь? Ну зачем ты меня подрезаешь, дурачок ты мелкий, а? Мелкий, блин. На своей желтой машине. Ладно, переворачивайся. 8-й еду, блин. Давай, переворачивайся. 9-й, по водичке. Класс, я молодец. Какой ты там? 9-й еду. Я 1-й. Серьезно. Ты там с Мишей бы тормозил бы, врезался бы, я бы уже тебя обогнал. А я 8-й. О, 4-й, блин. Я не смог, блин, залететь, ребята. Не смог залететь. Я из-за анимации очень часто фейлю. Нет, Миша, не теряй место. Блин, трини. Меня 10-й догоняет. Так, я вроде всех догнал уже. Блин, чувак, меня... тупой, блин. Что он только что сделал? Ой, ненавижу. Как же ненавижу вылетел? Я 8-й. 5-й. Что за жесть? Поехали. Меня чувак только что подставил вообще. Быстрее, я 8-й. Ой, опять заново ехать. Зашибись, ребят. 8-м-то ехать. Так, чекпоинт. Да ну, это нереально, 4-й, 3-й. О, опять эти спирали, что ли, бесконечные, да? Я 10-й. Я не могу спиральки пройти, я 9-й. Я 5-й стал. А, у вас проблемы со спиралями? Ну, тут мастер появился по спиралям. Сейчас такого бы не прошел. А я 4-й. В смысле, какой? Я 3-м буду. О, 3-й. Молодец. Легко. Как ты мне надоел? Серега. Да. Можешь там не ездить? Ура. Здесь очень тонкая. Мы... Надо пройти ее. Левая с гонки. Настолько... Ой, 5-й. Я не могу пройти спиральки. Второе место. Ты аккуратненько просто едь, их несложно проходить. Скоро я не могу будет. Пройти, вот, я падаю. Я прошел. Я не прошел. Очень легко обгоню, проходится. Обгоню Микала, давай. Я 10-й, пацаны, все, это жестко. Я 10-й уже. В смысле, я 10-й. 8-й уже, да. 9-й, 8-й. Так какой я? 8-й. 7-й. Так какой? Опять эти хрени! Нифига перевернулся! Да идите вы нафиг, эти штуки крутящиеся, как их ненавижу. Блин, чувак закончил, давайте, я буду вторым хотя бы. Вечно я еду! Я, короче, вечно в эти штуки врезаюсь почему-то. Я завершил, ребят. О, молодец. Вторым? Из-за того, что я перевернулся. Подожди, сейчас опять гонка уже будет заканчиваться. Надо финишировать. Я не успею, я не успею. Или что это? У меня спиральки, пацаны, опять. Я не могу пройти спиральки, это очень сложно для меня. Не, они сложные, они. Ой, они не сложные, они легенькие. И Славик такой 10 раз умирает, да, на них. Я уже их прошел со второго раза. А, красавчик.
Вот Волрайда, вот кажется, это да. Мне кажется, надо проходить их. Ой, я с Волрайда вылетел, я молодец. Я Волрайда не научился. Всё, у вас спиралька, ну же. Прошел? Ты только там? Да, прошел. Восьмой, девятый еду, десятый, блин. Мне хоть спиральки прошёл. Да почему они... Я ненавижу Волрайды, я ненавижу Волрайды. Как я, блин, их ненавижу? Я не пойму, как их проходить правильно. Я надеюсь, заново не надо будет проходить спиральки. А, да, просто W жмем и едем. Да нет. Работает. Офигеть. Нет, не сработало. Блин, я шестой, но что-то мне кажется, я не шестой. Я сейчас уже скоро гонка закончится. Конец гонки. Мне кажется, что я самый последний. Слайк сам последний. Я последний. Нет, я не самый. О, давай, 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 давай. Вот, все, Миша, прошел. Я спиральки прохожу до сих пор. Зашибись. Серьезно? Да, 27-й чекпоинт. Все, давай. 14 секунд, йо. Где чек, где чек? Чек, да. Быстрее. Нет, не успеваю снова. Опять я на самом... Без гонки, 6 секунд. Давай, давай, вон финиш, я уже вижу финиш, ребята. Нет, снова, видите, вон финиш. Всё, мне не хватило. 5 секунд, да, снова из-за сраного буллрайда. Да. Как я их ненавижу? Я 10-й вообще. Ну что, ребята, продолжаем. Еще одна гоночка. Да. Поехали, да. 8, стоп, 1, это 1. Разве 8-1, это Т-20? Это у меня Т-20, хотя я взял 8-1-1. У меня 8-1-1. Или это 8-1-1? Он такой на Порше похож. Ну да, что-то... О, я, кстати, первый, что-то похоже. Ого! Первый ого, круг! Ого, народа! Ай, да, я много. Посмотрел назад! Эй, хватит меня это... урезать тут. Ой, что там только что было? Что это? Блин! Жёстко! Офигеть! Что я вылетел? Офигеть! Еду... Да, мне возобновлять нет, придется. Блин! Я улетел. Ребята, я улетел. Меня затаранили. Восьмой. Нормально, девятый. Не, нормально, топово. Блин, на сток машинах вообще это зашибись гоночка. Блин, девятый, пацаны. Там улетают люди, вообще капец. Просто W зажмите и едьте. И вас... Я так и сделал. Не, надо А надо нажимать. А, хорош, Славик, хороший, да, я нажимал, я нажимал. Все, я проехал. Молодец. Я еду. Да, я тоже второй еду, ребята, второй, ребят, еду. Вы понимаете, у нас четвертый на начале еду. Уже какая-то жесть. Опять такая. Давай, же хрень. Давай, чувак, блин, застопил там всех. Я первый, гонка, ребята, типа? Я первый. А, ну все, понятно. Да, блин, я второй. Блин, нет, третий. Такого быть не может. Он ненавижу Волрайда, пацаны. Волрайд это самая легкая тема в GTA 5. Это самая легкая, да, действительно. Не для меня спираль самая легкая. Спирали сложнее, чем Волрайд. Не. Для меня были, по крайней мере, с первого раза. Это я на втором месте, пацаны. Ты что-то как-то изи, по-моему. Я на четвертом месте, но... О, наконец-то проехал. Я опять долечу. О, второй круг, слышите? Смысл? Да это только первый круг такой? Вы рофлите. Да. Ребят, я не долетаю, я пятый еду. Вот это топово, конечно. Бывает, очень пацаны. Плохо, так, очень а что там надо делать? Скажите мне, пожалуйста. Тут, короче, труба, и тут надо из трубы вылететь аккуратненько. Хорошо, так как? А, я долетел, все идеально. Блин, запутался, пацаны. С первого раза Волрайд прошел, ну не в смысле, хорош, со спирали прошел трубу с первого хорош. Раза. Шестым уже еду. Блин, ребят, только что был десятым, вы понимаете? Вот такие гонки я люблю, когда я ты пятый. В жопе, а потом можешь приехать первым. Фух, я вылетел. И таких сколько? 7 кругов, да? Офигеть. Да. 7 кругов, да. 7 кругов А, да? Это жесть. Тихо. Название какого-то хайпажорского ролика. Ой, там кто влетает. Ну, пятый, в принципе, нормально, пятый. Я на втором месте. Я шестой. Догоняю вот кого-то. Не-не-не. Меня ты догоняешь. Не надо меня догонять, Слава. Все, я еду второй круг. Надо по бурику оторваться. Я только первый еду, алё. А, вот, да, второй круг. Я второй. А ну все, я сейчас думаю, эту хрень уже буду проходить нормально. Блин, пацаны, снова вылетел, блин. Вылетел? Да, третий. Блин, я тоже вылетел! Да нет! Я седьмой, офигеть, да меня все перегнали. Пятый. Я фига! Я спиральку не смог пройти с первого раза. Слишком вот много кругов жесть. Слав поставил. Нормально! Мучитесь! Ну офигел вообще. Да нет, он идеально, Волрайды очень легкий. Слишком много. Я четвертый. Нормально, ребят, давай. Я восьмой. Блин, а мне... Я даже разогнаться не могу, мне стало. Сейчас я буду девятым ехать, ребята, вообще я круто. Четвертый. Офигеть, вы отвидели? Офигеть, вот это красиво было. Третий. А ехал первым, вот что вся проблема. Ехал вторым, стал пятым. Очень легкие трубы, очень легкие все, спирали и очень легкий волрайд, ребята. Это я проступил. Опа-на, а где я так спиральки-то проехал? Я опять проехал. Перевернул. Третий еду. Сейчас, все, вторым. А нет, так, третьим. Я не вылетел. А, я восьмой. Сколько же игроков, 10, да? Ну да, вроде. Третий еду. 9 всего. Не, 8-1-1 вроде это у меня топовая реально машинка.
Буду я теперь давай, сюда давай, булочку. Давай, давай, долечу. Долетел, 120, блин, это шок. Зонторна неплохая, X80, вот это 811. У меня машина, посмотрите, вся грязная какая-то. Какого фига покорёженная. Что? А. Я восьмой, так, и ладно, третий еду, круг. Еду, еду, я еду, третий еду, круг еду. Еду. В смысле третий уже? Третий какой-то. Третий да, уже едешь? Да. Ну, вот, начало. Серьезно? Да. Я только спираль, что прохожу во втором. А ты Трини, Трини, ты какой? Трини. Где Трини? Я вылетел, пацаны. Я на втором. А. Я на втором, я тоже на втором. Ой, я, вот я уже на первом. Сейчас я вылетел с Волрайда. Так, труба, 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 давай, 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 давай. Так, отлично, чекпоинт вроде взял в трубе. Чекпоинт взял в трубе? Значит, ты рядом со мной, блин. Не взял я чекпоинт в трубе, не взял я чекпоинт в трубе, да ладно, быть такого там не может. Там Ctrl нажимай, когда летишь в трубу, и все будет зашибись. Там несложно, Серега. Я прям преследую. Ctrl, чтобы, типа, нос от этого, ну, вверх поднять, приподнять. Рамон находит вас на круг, жесть. Это, Серега, очень легко, просто я с первого раза, в третий раз уже прохожу. Ты че? Хорош. Ладно, вот, сейчас смотри, вот сейчас я на этом моменте, вон рай сейчас прохожу, смотри, вот. Вот я за тобой, где, смотри. Где? Вот я за тобой, Серега. Смотри, угу. Оп. Оп. Нажимаешь так, потом, так, смотри, так, смотри. Так. Вот, берешь здесь, нажимаешь я Ctrl, и ты здесь уже, видишь, идеально. Нифига не идеально. Идеально. А что там? Ладно, Ctrl я в трубе запалился, нормально все. Да, нормально, нормально. Я девятый, я последний. Я четвертый, у меня сейчас уже четвертый, у меня сейчас четвертый уже круг будет. Я только на третьем. Это если я еду четвертый, а что там люди-то уже едут? Да это жесть. Я только третий начинаю ехать. Я уже четвертый сейчас буду ехать. Я сейчас буду тоже только третий. Я третий заканчиваю. Да я улетел, блин! С трубы вылетит, что нормально. Ой, я мораль, перелетаю. Твоя мораль началась. Так, с трубы нормально. Я перелетел. Блин, я ребята. Я тоже перелетел. Да ладно, ничего страшного. Твоя мораль началась. Реально, так. Ребят, 7 кругов ада, вот я вам говорю. Ну, для, смотря жестко. Для кого. Смотря для кого. О, все, я меня столкнул. Для меня, ну не прям, чтобы это ад, но все равно сложно. Ну видите, как у Миши уже горит. Че, Серега? Да, вообще. Ты какой круг едешь? Третий, да, доезжаю. Жесть, я только значит, второй. Значит, четвертый буду, я просто вылетел. Да, это жестко. О, ну, Серега, ну зачем так? Да не подрезай, я все равно второй круг еду, блин. В смысле? Не подрезай, ты в меня врезался. Ты меня подрезал. Вот Серега умный, ехал сзади меня, врезался в меня, не подрезай. Вот, блин, а, как блондинка. Слышишь, сам ты блондинка. Не подрезай. Я не сел обогнал, блин, а. Блин, мне теперь скорости не хватает. Трини, ты какой? Я второй. Второй? Мне теперь не скорости. Вы у Трини спросите, какой у него круг. Какой у тебя Трини круг? Держи, я... держи, держи! Я на четвертом да, круге. Четвертый. У меня тоже есть четвертый. Что? Третий. Откуда появился он? Да, да, я встаю на круг. На круг отстаю. Да ничего, нормально. Да не, жестко. Девятый еду. Давай, давай, влечу в трубу. Чекпоинт успел взять. Да, ребята, фух. Так, восьмой. Это, ладно, ребят, подготовочка к скилл-тестам. Да. Ой, тут чувак, ну что ты? А если бы два круга поставил, я бы первым был бы. Да ёшкин кошкин, блин, я спиральку опять не прошел. Все, иди, сейчас опять ну, на трубе. Бывает. Как я не прошел спираль? Ой, тихо-тихо, твой этот друг, Серега, меня чуть ли не подрезал, блин. Ладно, нормально, нормально. Бывает. Третий. Ага, иди нафиг. Вот, блин, засранец. Да ничего, не надо, не надо, ну не вылетай. Блин, вот я сейчас трубу не залетел впервые, Серега, на четвертом только круге, понимаешь? Хорош, я спиральку вроде прошел все раз, наконец-то. Я восьмой. В смысле? А че здесь пацаны мучаются? Не знаю. Я восьмой. Блин, пацаны, ну так дело не будет. Угу, понятненько. У меня вначале. Смотри, вот ты спереди меня, я бы на круг меньше тебя. Нормально. Я девятый. Вы видели, как я вначале бомбил тоже от этого всего? В смысле? Ну приловчился. Ой-ой-ой! О! Жесть! Ай, ну блин! Давай, 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 спиралечка, спиралечка, пожалуйста, спиралечка. Давай, давай. Спиралечка. Перфектно. Отлично. Так, давай, 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 поехали. В трубу, я в трубу восьмой, вообще, не давайте трубу. Четвертый тихо. Круг, сейчас будет пятый. Нет? Пятый да круг. Что такое? Нет, там 10 вроде это человек. Какой-то бред. Жесть. 9 человек. 9? Того, а, да, 9, 9. Да, Серега самый последний в трубу. Я самый последний. Бывает. Я же на пятом круге. Жесть. Каким я образом? На третьем или на четвертом? Просто я на третьем. По КД все прохожу, эти все штуки и все. Просто одну за другой. Четвертом, блин. Я на третьем, Миша. Вот все, 5 из 7, давайте, я на пятом. А ты, Серег, на третьем? Да. Ну бывает. А, значит, ты девятый. Серега, еще на спиральку пройти. Да, она легенькая. Волрайт был поначалу для меня сложно, сейчас я приловчился все, ребят, к этим волрайдам. Меня горит уже! О, седьмой, пацаны! Ой, ее столкнули, ну кто? Меня столкнули, блин! А, нормально, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой! Я еще, кстати, с этого чекпоинта не начинал. Ты видел? Что? Ты видел?
Да Миша, встань, блин, ты мне... Ну, я за тебя упал. Что у вас? Из-за меня? Каким образом ты залетел туда, объясни мне, ты в меня врезался. Ребят, тут, короче... Это вообще, как если... было, блин, не знаю, читерски. Если, короче, фейлить на спирали, то потом волрайт реально тяжко проходить. Вот да. Именно. Вот здесь я вот потом... Вот я сейчас нечаянно зафейлил. А, не, легко-легко-легко, это я просто что-то тупил. Серёг, все, давай аккуратно едем, друг друга не подрезаем. Слав, ускоряйся. Ой, давай. Я твой воздушный карман не заезжаю, чтоб не ускоряться. Все, давай-давай, братан. Слав, ты на каком? На четвертом. Я на пятом. Зашиб, меня закрутил. Все, на пятом. Трубу. Третий, я третий. Офигеть, я короче, в трубу почти залетел. Думал, что падаю, но нет, я в итоге залетел туда. Красиво. Блин, а такой читер ее только что. Я сейчас уже на шестом круге буду. На шестом буду. Да ну, пацаны, это жесть. Я не могу гоночку пройти. Ну, бывает, бывает. Мы тоже, Серега, с некоторыми гоночками мучились. У нас много невыпущенных гоночек, особенно у меня. Да. Их сначала нужно, типа, ну... Про их проходить, изучить, научиться, типа. Да, проходить их. Ой-ой-ой, сейчас вылечу, нет! Остановись! Давай-давай-давай! Я даже в трубу не залетел. Чекпоинт взял в трубе, да, взял в трубе. Мы уже проходим эту гонку 10 минут. Да, видно. Ну, нормально. Нормально. А знаете там сколько кругов можно поставить? 99, по-моему, или 100? Да ну, 100 кругов фадов, представляете? Привет. Да. Это вообще дичь. Ну что, ребят, конечно же, если когда-нибудь в будущем будет много, кругов, много просмотров, мы как-нибудь так упоримся, реально пройдем такую какую-нибудь гоночку со 100 кругами. На стриме. Я на стриме. Или на стриме, да. На 1000 подписчиков, пацаны. Это было бы круто. Такой Миша 10 часов стримил или даже 2, или 25, 24 часа и не прошел. Только 90 кругов, да? Так, кто это спереди меня? Кто это спереди меня? Не вылети, не вылети, не вылети, пожалуйста. Я не могу забраться. Отлично. Теперь. Я спираль прошел и... А, запрыгнул. Там аккуратненько, на волрайдике, спокойно там можно выпрыгнуть. Кто спереди меня виляет так сильно? Это я. Шестой круг, трени, аккуратно еду. Я еду, хрен знает. Шестой круг, у меня тоже сейчас будет шестой круг. А у меня только четвертый. Нормально, чё, играем. Давай, трени, аккуратно, аккуратно, друг за дружкой. На какой круг? Давай, я ничего не вижу. Опять трени улетел, пацаны, а я прошел. Что это такое? Четвертый круг. У тебя трени какой круг? Нифига себе. Блин, я не прошел. У меня седьмой круг. А, не, шестой. Все из-за того, что... Ой-ой-ой, я не туда залетел, блин, и вылетел. Давайте, с полурайда. Давайте, пацаны, смогу. Долечу, давай. Да, взял чекпоинт в трубе. Красава. Да, пацаны, да, вообще шикарно. Я вон уже вижу трубу, сейчас там тоже блин, буду. Блин, ну все, первое место. Ну какого место фига, да? Блин, спиралька меня опять поддула. А кто там первый едет? Рамона Флауэрс едет, ого. Да, Рамона вообще красавчик. Да нифига не красавчик, он взял меня с толку. А еще кто не может трубу залететь, Серега там. Серег, тебе лайфхак, если ты не можешь трубу залететь. Там справа видишь такая штучка, как на волрайдах, чтобы типа ты переворачивался. Я знаю, я залетал, ты же. Ты начинаешь крутиться как сверло, и туда очень там ускоряешься. У меня другая проблема, все, я короче не могу пройти этот. Ой. Волрайд, мне скорость не хватает. А, там F зажми, и все нормально будет. Я просто хотел подсказать побыстрее, чтоб он не... Я, короче, заспал прям посреди спиральки, и все. Да, у меня тоже такая же была проблема, там скорости не хватает. Аккуратненько, еще раз F зажми, и ты заспалишься прям перед райдом уже. Все, вроде финалочка. Да, финалочка, пацаны. А, не, седьмой еще круг, алё. Нет, Слава, я не спавнюсь прям перед волрайдом. Ты чуть дальше проедь от за уже спираль, и там будет тогда чек. Я вылетел, блин! Как это проехать, ты дурачок? Все, седьмой круг, мне скорость не хватает. Упади вниз, Ctrl зажми, ты станешь на колеса, алё. Все тебе там хватает. Я в такой же ситуации был, я тебе говорю. Шестой, седьмой, а почему я седьмой? Что за бред, пацаны? Я четвертый. А где там третий? Ну что такое? Как они там потрывались? Нет, я вылетел, блин! Все, последний круг. Самый высокий... Серега, привет. Итак, да, я да, уже да. Стою около финиша. Вот, пацаны, как мне здесь пройти, объясни? Я седьмой, шестой, что за бред? Извини, я уже уехал. Просто вниз проедь, зажми с W, проедь вниз и Ctrl, когда будешь падать на крышу, нажми Ctrl и перевернешься на колеса. Какие-то скилл-тест гонки, реально, топовые, мне нравится. Меня подтолкнули, ух ты ж ё-моё. Все, я пока держу время. Я сейчас пройду. Подтолкнули. Прохожу уже. Так, тут главное не вылететь с дороги. Я все время из дороги вылетаю. Ё-моё, что я только что сделал, пацаны? Вы бы видели. Вы бы видели, что я только что сделал. Финишировал Трини, я сейчас... А, ты Трини третий. А, второй. Второй. Я четвёртый. Вот это красота, блин. Вот, царь. На третий я шестой. Тоже ты финишировал. Третий. Да ну, я не могу даже... И четвертый. Даже пройти. А неужели я сейчас шестым финиширую? Нет, блин. Все, ребята, финал. Финал? Да. Седьмой гоночки не будет?
В смысле седьмой гонок? Седьмого круга? Ну типа 7-7. Ну если вы успеете. У меня 7-7 уже все, да. А нет, подождите. Нет? У меня 4-7. А нет, финиш не здесь. Я думал, финиш где старт. Ребят, там с финиша аж за вулрайдом, походу. За еще за спиралями. Ничего. Понял. Нет, то есть, по сути, 8 кругов. Правда. Что неправда, вот у меня сейчас. Нет. Да. Ты, походу, финиш перелетел. Нет. Нет. Все правильно, вот. Вот у меня 7 круг идет сейчас. Да, уже, да. 7-7. Вот. Вот 7-7, типа, вот, да. А, или это только 7 круг был. Чего? Я что-то не пойму. Ладно, пофиг, что сейчас пройду. Тупишь. Я не туплю, просто прохожу, я уже запутался. Воу, вот это красиво. Я иду только на 5 круг. Да. 7-7, пацаны. А, еще раз просто нужно проехать. Все, 3 чекпоинта осталось. 5 круг. Неужели я единственный только лох, который самый последний едет и не могу никак пройти? Наверное. Все возможно, да. Серег. Так, в этой жизни все возможно. Во! Во, я приловчился, пацаны. Все, вот, да, финиш. Все правильно, он на старте. Да я просто. Пятый. Я думал, что типа на 7 круге финиш, а мне надо еще 7 было, да, проехать. Вот, все, финиш. Сейчас буду за 15 чем-то. Подождите, давайте пока не. Не финишировать? Да, не финишировать? Давайте Сережа подождем. Не надо мне ждать. Да, конечно. Нет, я финишировал. Ладно, ребята, при этом все. Такие вот на сегодня гоночки в GTA 5 онлайн получились. Конечно же, если вам понравилось, да, полускилл-тесты, полукаскадерские какие-то гонки вот такие вот, да. Конечно же, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока-пока-пока. Да, ребят, всем удачи, конечно же, пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.